Образовательные учреждения, больницы, СМИ. Свои автографы поставили представители 25 организаций республики. Они подписались под своеобразным сводом правил и теперь обязуются защищать персональные данные человека и обрабатывать их строго в соответствии с законодательством. Впервые кодекс был представлен 2 года назад. Тогда в Москве проходила международная конференция «Защита персональных данных». Присутствие руководителя Роскомнадзора Александра Жарова, подписи под кодексом поставили представители более 30 организаций коммерческих компаний. На сегодняшний день кодекс подписан представителями более 1900 организаций по всей России. Роскомнадзор напоминает, заботиться о своих персональных данных должны и сами пользователи. Как бы мы с вами ни говорили, но, по крайней мере, наш анализ, вот здесь сложно говорить по другим регионам, показывает о том, что более чем 2/3 всех утечек персональных данных происходит не по вине оператора персональных данных, а по вине непосредственно самих пользователей, которые спокойно эти данные сами дают согласие, распространяют. Примеров, когда люди сталкиваются с вполне конкретными последствиями нарушения правил безопасности, становится все больше. Только за 9 месяцев 2018 года в Чувашское управление поступило около 150 обращений по вопросам защиты персональных данных. Юлия Важенина, Олеся Русакова, Андрей Шоклев, Республика.